В деревне Малые Колпаны прошло выездное заседание вице-губернатора Михаила Москвина с подрядчиками, которые обеспечивают строительство нового Качинского виадука. Завершить первый этап работ, обустроить объездную дорогу для закрытия основной трассы Киевской улицы должны были к 1 июля. Специально был построен вот этот временный переезд через железнодорожные пути в створе улиц Центральная Старая Дорога. Планировалось, что он возьмет на себя всю транспортную нагрузку, однако до сих пор этого не произошло. Подрядчик АБЗ-Дорстрой, к сожалению, уже не первый раз свои обязательства по срокам производства работ нарушает. Мы пока выходим из ситуации, позволяя второму подрядчику, который строит второй этап, выполнять работы в полном объеме, не срывая графиков строительства. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем закрыть еще пока переезд основной, который по Киевскому шоссе, поскольку на этой дороге, с той стороны переезда, не до конца выполнены работы по объездному кольцу. На то, чтобы полностью обустроить объездной путь, подрядчику дали еще 2 недели. Дальше отступать некуда. 1 августа движение транспорта по Киевскому шоссе возле Гатчины должно быть закрыто. Строители начнут устанавливать опоры виадука. Только так можно будет уложиться в график. Новый трехполосный путепровод в Гатчинском районе планируют открыть в декабре 2016 года. Из областного бюджета на его строительство выделят 800 миллионов рублей и еще 440 миллионов из федерального.